Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас очень интересные новости по игре American Truck Simulator, так что присаживайтесь поудобнее, и мы поехали. Примерно 3 недели назад на канале SCS на YouTube выходило видео, в котором они спросили, какой же штат они нам приготовили. Ну, тогда я все-таки ошибочно думал, что это еще один тизер штата Айдахо. Но все-таки, да, по комментариям и в итоге вот сейчас выходит уже официальный анонс второго DLC, второго штата для игры American Truck Simulator в этом году. Это штат Колорадо. Ну и сейчас я зачитаю, собственно, запись в блоге SCS. После долгих споров и догадок, многие из вас окончательно пришли к выводу, что именно за штат мы показали в недавнем тизере. Сегодня мы оставляем все эти теории в покое. Представляем вам штат Колорадо для American Truck Simulator. Здесь находятся одни из самых высоких гор в стране. Большое разнообразие экосистем и множество уникальных отраслей промышленности. Это расширение карты принесет вместе с собой прекрасные ландшафты и новые дорожные сети, готовые для исследования и доставки грузов. Но откуда же взялось и произошло название Колорадо? Происхождение этого слова на самом деле берет свое начало из испанского языка и дословно означает «окрашенный в красный цвет». Это название было выбрано для данной территории Конгрессом США в 1861 году, что, вероятно, и стало причиной того, что штат получил прозвище «Красочное Колорадо». Однако многие считают, что он получил это прозвище из-за великолепных горных пейзажей, рек и равнин, которые можно обнаружить по всей территории штата. Колорадо – это проект, над которым мы в настоящее время полноценно ведем работу параллельно вместе с работой над... Конечно, наши поклонники Euro Truck Simulator 2 знают, что в производстве есть еще несколько проектов. На данный момент наша цель заключается в том, чтобы завершить и выпустить Колорадо через несколько месяцев после релиза Айдахо, ориентировочно к концу этого года. Однако, обратите внимание, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами, с которыми мы сталкиваемся в течение этого времени, этот срок может измениться. Ну и сейчас, по традиции, вы видите на своих экранах эти замечательные скриншоты. Что я могу сказать? Это будет еще один очень красивый штат. Очень зеленый, с множеством отличных гор. Вот особенно первый скриншот, это прям вот красота неописуемая будет. Я уверен, что поклонники American Truck уже сейчас очень сильно ждут этой DLC вместе с штатом Айдахо. Ну и в этой статье все-таки, естественно, писали, что к концу года, то есть все-таки два DLC за год. Возможно, у них были планы на третье, но с нынешней ситуацией, ну как бы им хотя бы два штата выпустить. Ну, я уверен, что Айдахо у них уже готово. Остается вот только подождать. Айдахо же, по моему мнению, выйдет где-то к маю месяцу, ну, по плану. А уже, собственно, Колорадо выйдет где-то в октябре-ноябре, как обычно, как это происходит каждый год. Ну, а на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.